Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня буду обозревать ручной флудерный фонарь, он же Powerbank, Vurcos модель TS25. Сразу, пожалуй, озвучу интересные особенности, которые заявляет производитель о данном фонаре. Это мощный и универсальный фонарик, который позиционируется как ADC. Питается от одной аккумуляторной батареи формата 21700 на 5000 мАч и имеет порт зарядки USB-C. Плюс к этому имеет функцию Powerbank'а. Переключение осуществляется одной кнопкой, которая расположилась в голове фонаря. Фонарь обладает максимальной яркостью в 4000 люмен при максимальной дальности 194 метра. И основная фишечка, так скажем, фонаря – это RGB подсветка. Напомню, ссылочка на данный фонарь по традиции будет в описании под видео. Залетайте и ознакомьтесь. Далее обо всем подробней. Поехали! По традиции начнем с комплектации и того, как поставляется данный фонарь. Поставляется фонарь вот в такой, не классической для Vurcos'ов коробочке, где спереди мы видим основные его заявленные характеристики. А это то, что он обладает максимальной яркостью свечения в 4000 люмен с максимальной дальностью свечения 194 метра. На одной из сторон мы видим традиционное описание, а именно то, что модель TS25, цвет корпуса черный, за свечение отвечают 4 светодиода Nichia 519A, температура свечения 5000 кельвинов, что получается нейтральный белый свет. Ну и далее страна производства, то есть Китай. На обратной же стороне расположилась информация о режимах свечения и времени работы данного фонаря. Озвучу только основной, это турборежим. 4000 люмен, который работает 2,5 часа, но с небольшой оговорочкой, через 30 секунд сбрасывает до порядка 1000 люмен. Переходим к комплектации фонарика. Внутри мы можем видеть непосредственно сам фонарик, который уже укомплектован однопозиционной клипсой, но с возможностью крепить ее за одежду в разных положениях. Далее zip-пакетик вот с таким темлячком на запястье и двумя запасными уплотнительными кольцами. Шнур для зарядки USB Type-C, по традиции приличной длины порядка метра. Вот такая брошюра и инструкция на различных языках. К сожалению, русский язык отсутствует. В самом фонаре уже предустановлен аккумулятор формата 21700 на 5000 мАч. Также хотелось отметить про саму коробочку, в которой поставляется фонарь. Она выполнена уже куда интереснее, чем у предыдущих моделей фонарей, и имеет вот такой магнитный замочек. А внутри полости под фонарик и комплектующие. Как говорится, мелочь, а приятно. Далее переходим непосредственно к самому фонарику. Расположение кнопки и порта зарядки выполнено в классическом стиле. А именно в головной части расположилась пластиковая кнопка включения и выключения. С светодиодом в центре, который используется для индикации состояния заряда фонаря. К слову, у TS25 кнопка не утоплена, она выпирает миллиметр где-то на полтора, что будет облегчать поиск ее в темноте. USB порт зарядки располагается с противоположной стороны от кнопки под резиновой заглушкой. Безель по сути не должен быть приклеен, но в моем случае я так и не смог его открутить руками. К влагозащите со стороны безеля никаких вопросов не имею. Есть уплотнительное колечко и за резьбой на корпусе и между безелем и стеклом. В безеле для уплотнительного колечко со стороны стекла есть проточка, при завинчивании колечко не выдавит. Стекло просветленное диаметром 26 мм, толщина 1 мм. Тир-оптика с идеальной ровной глянцевой поверхностью. TS25 изготовлен из алюминия 6061 и анодирован в черный цвет. Vurcos, конечно же, не говорит, HA3 это или нет, но это полуглянцевое покрытие и вполне приемлемого качества. Никаких дефектов или аномалий в отделке я лично не заметил. Покрытие хорошее. Фонарик состоит из трех основных частей. Это голова, тело и хвостокрышка. Резьба на трубке одинаковая, отлично смазанная, имеет уплотнительное кольцо. Можно поставить в разном направлении. Только смысла в этом мало, так как клипса не даст закрутиться трубке до конца, упираясь с собой в ребрение головной части. В головной части расположилась контактная площадка, а в хвостокрышке у нас пружина. Хвостокрышка имеет достаточно мощный магнит для крепления фонаря на различные металлические поверхности. И тут же присутствуют аккуратно выполненные отверстия под темлячок. Что касается размеров данного фонарика. Общая длина Vurcos TS25 составляет 109 мм, диаметр головы 32 мм, а вес всего этого дела 85 грамм без аккумулятора. С аккумулятором же 155 грамм. Накатки как таковой фонарь не имеет, но в руке лежит уверенно. Кнопку можно найти без труда. Производитель заявляет в фонаре пыли влагозащиту IPX
X8 и выдерживает падение с высоты до 1 метра. В общем и целом, к сборке и обработке с моей стороны претензий никаких не имеется. Далее, что касается управления и режимов работы. Вот тут есть небольшое количество заморочек, в которых нужно разбираться. В фонаре доступны два интерфейса пользователя. Это простой и расширенный. Как в простом, так и в расширенном пользовательском интерфейсе доступно множество стандартных и мигающих режимов. Но основными режимами является ступенчатое и плавное изменение света. Но ступенчатое изменение доступно только в расширенном пользовательском интерфейсе, а плавность включена как в простом, так и в расширенном режиме. Расскажу вкратце, так как для разбора всех режимов нам и 20 минут тут не хватит. Переключение на расширенный интерфейс простого 10 кликов, на 10 удержание. 10 кликов, Карл. Но да ладно, из выключенного. Нажимаете и удерживаете, включается плавно или ступенчато, в зависимости от того, какой режим включен. Одиночный щелчок включения в последнем режиме, двойной щелчок турбо, тройной щелчок проверка заряда батареи, тройной щелчок и удержание специальные режимы стробоскопа, четырехкратный щелчок режим блокировки. Из включенного плюс-минус те же самые функции. Стробоскоп — это нажатие и удержание, двойной клик перебор режимов стробоскопа, их здесь, к слову, аж 5 штук. Также по умолчанию дополнительные светодиоды RGB имеют 4 режима, которые могут показывать уровень заряда батареи. Могут светить, но не очень ярко. Мигание в каждом цветовом режиме. Режим подсветки, то есть если присмотреться, еле-еле видно небольшое свечение, даже при выключенном фонарике, дабы можно было найти его без проблем в темноте. Есть также специальный вариант, так называемый дискотека, со случайными цветами и режим радуга. Цвета меняются по порядку. И это если вкратце, по факту же данный фонарь имеет кучу тонких настроек. Ну что, предлагаю перейти к тестам и посмотреть, как фонарик покажет себя в работе ночью. Поехали! Время подвести итоги. Фонарь практически понравился, за исключением некоторых моментов. Отдельно добавлю по поводу приятных мелочей, типа двухсторонней клипсы или коробки с магнитным замком. Как по мне, такие штуки встречаются у более топовых брендов и при среднем чеке под сотку баксов. А ценник у Vurkos TS25 на AliExpress в рамках плюс-минус 40 баксов, что составляет 3800 рублей. На акции, думаю, можно урвать и куда дешевле. Мне же видится TS25 как интересная и актуальная модель для EDC, особенно если вам по душе вся эта разноцветная подсветка. Насчет некоторых моментов, которые не понравились, это то, что фонарь буквально перегружен режимами. Но для любителей покопаться в точных настройках есть где разгуляться. В остальном, как говорится, выбор всегда за вами. Ссылочка на данный фонарь по традиции будет в описании под видео. Залетайте и ознакомьтесь.
Хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте, поэтому рад буду увидеть вас там. И отмечу один момент, что все мои видео – это мое личное мнение и первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими и делюсь этим с вами, чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер, не более того, чтобы у вас было представление о данных товарах и вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Ну, обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.